И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, это игра под названием Mafia Online. Мы продолжаем играть в игру в мафию, и сегодняшняя очередь за маньяка. Не знаю почему захотел сыграть за маньяка, но просто решил покайфовать, решил вспомнить, как в него играть, каким чудеснейшим образом гасить мафиози. Однако, получится ли у меня это сделать или не получится, на это мы, конечно же, тоже поглядим. Да, маньяк, конечно же, достаточно сложная роль. Он борется против всех, естественно, опыта. Опыта у него тоже будет с деньгами немало, если он, конечно же, победит. А если не победит, то, увы, он вынужден будет опуститься на несколько очков ранга. И поэтому мы сегодня постараемся хотя бы один раз победить за маньяка. Хотя шансы могли бы быть и побольше, потому что в маленькой комнате практически нереально сыграть за маньяка. Вот практически нереально. А вот сражаясь в комнате 12-20, очень даже и реально побороться за победу. Но, как говорится, не тут-то было. Везде у маньяка есть свои враги, не только он сам, да, мне кажется, все роли, и мирные, и мафские, это враги маньяка. Что мирный, что вор, что шериф, что путана. Хотя нет, путана может быть и другом, поскольку все-таки она может его каким-то образом, чудеснейшим образом захилить, если попадется та самая дурочка, которая это все-таки сделает. Ну и мафские, Дон, Двуликий, ну Двуликий опять же тоже как друг, как и не друг. Может быть для мирных и для маф, потому что для маф, ясное дело, он в первую очередь не открывается, а как только своих дружков находит, все, он тут же встает на сторону своих корешей. Вот так. Поэтому, как говорится, нужно сохранять спокойствие, нужно иметь просто великолепное чувство воли. Ну и, естественно, уметь управлять маньяком. Поэтому, как говорится, держим все свои тузы в рукавах и применяем их в Mafia Online. А между тем игра началась. Итак, состав уравновешенный, 9 человек. В принципе, для маленькой комнаты это не редкость. Это, в общем-то, аксиома. Всегда, когда 9 человек или 10 человек участвуют в игре Mafia Online, всегда у нас такая вот вот так вот. По традиции пишу я МБР, потому что для мафской, что для мафской, что для маньяка, я всегда всегда это клише, которое я, конечно же, пишу каждый раз. Так, вот первые два совсем от рук отбились, не хотят говорить свою роль. Тройка говорит МБР, вот с ним я дружу. Крашу желтый цвет. Дальше. Естественно, я не крашу фиолетовый цвет, только потому что, если попадется МСР, я покрашу короны маппет. Ну-ну, короны маппет. У четверки, кстати, есть предположение, что короны маппет, но посмотрим, каково это может отразиться на игре. Но я надеюсь, что маньяк сегодня победит. По крайней мере, я на это рассчитываю. И сколько, кстати, у нас МБРов сегодня? Пятерка, кстати, тоже молчит. Скорее всего, он сейчас может вылететь временно. А, он не сказал свою роль. Он нет, он в игре, но, видимо, куда-то отошел. Итак, смотрите, три короны у нас. Не в плохом смысле этого слова, а в хорошем, в прямом. Вот, рольная. Угу, хорошо. Шестерка, он, конечно, красим желтый цвет. Восьмерка, скорее всего, тоже рольный. Тоже с ролью. И, скорее всего, это либо шериф, либо бес, либо путана. Потому что, ясное дело, все рольные не раскрывают свои роли только тогда, когда это будет необходимо. Восьмой, я так и думал. Нет, 6 и 8 однозначно это МСР. Поэтому, как говорится, скорее всего, у нас это... Ага.
Ага. Ну, так, что-то восьмерка. А, я понял. Типа, кто речь свою не показал, а тех крашу в красный свет. Ну, ясно. Точка зрения номер четвертого мне не нравится. Буду кикать его. Так, 1, 2, 4, 5, 9 роли. 1, 2, 4, 5, 9 роли. Нет, не скажете. Полетите в первом же круге. В первом же круге. А вот. Четверка явный провокатор. Я говорю, что жаль, что твоя... Ой, ё-моё. Четыре говорит, я шер. Ого. Ого. Вот это поворот. Нифига себе, классно. Четверка шер. Выходит, что у нас уже нашлись роли. 4, 6, 8 это рольные персонажи. Единственное, осталось угадать, какие из них. Либо бессмертный, либо путана, либо кто-то. Скорее всего, шестерка путана. Она молчаливая. Восьмерка тоже молчаливая, хрен его поймет. Ну, я думаю, что все-таки версии четверки вполне можно считать правильной. Потому что 1-2 все-таки действительно не говорят своей роли, поэтому мы можем. Мы, наверное, все-таки их кикать-то и будем. Вот так вот. Кикать-то мы их и будем. Однако, насколько это все-таки важно. И насколько это все-таки необходимо. Ну-ну. Посмотрим, как дальше будет игра складываться. 1-2 проголосовали против себя. Тройка, конечно же, не будет этого делать, хотя. Слушайте, если это мирное так делает, то, скорее всего, да, для того, чтобы они были. Нет. Только решил пойти в девятку. И, судя по всему, девятка мав, потому что, во-первых, он устроил провокацию со стороны 4. А четверка сказал свою роль, это хорошо, это замечательно. Так. Но 4-5 голосует против единички, мне это до сих пор непонятно почему. Поэтому, естественно, я голосую против девятки. Я иду на стороне мирных ребят. И, естественно, у нас главное легалите, паритет. Ну что ж, самый легалите, паритет нужно, как говорится, ломать, нужно казнить всех, потому что... потому что уже все. То есть они уже казнены, и теперь сейчас барабанная дробь, кто же это? Я уверен, что девятка маф, а единичка вообще мирный. Они оба мирных, ничего себе, классно. Ну что ж, смотрите, я сказал, что я МБР. Я должен, конечно же, доказать. Хрентушки, ребятки. У нас я не БР. Так, ну что ж, давайте теперь смотреть. Я считаю, 7 придется, конечно же, признавать свою... смотрите. Ну, слушайте, давайте убьем двойку. Хотя мне на самом деле уже панель пропал, но, к сожалению, меня могут уже ушлепать. Потому что мафия на самом деле очень сильная достаточно. И меня могут ушлёпать с первой же попытки. Ну давайте. Я думаю, что могут меня ушлёпать в первом же кону, потому что я проголтался. Да. И все-таки мафии побеждают. Мафии побеждают. Надо было все-таки. Ага. Да. Ага. Восьмой собрал. Фига. Класс. Да, кто-то даже написал, что кто-то дал. Вопрос только именно кто. Да, естественно, я теряю рейтинг, но это не страшно. Это не страшно. Давайте теперь еще разок сыграем 5.11. И поставлю видео на паузу, и вы подождите, пока игра загрузится. Ждите с нетерпением. Ну что же, пока что это шло временно, ко мне добавился один друг. Вопрос, будет ли он со мной играть, Леди Ди? Леди Ди. Она, наверное, подумала, что игрок-то я вроде бы неплохой, поэтому, скорее всего, либо он, либо она... А, Леди-то она. Ну, типа, что я тогда туплю-то? Леди-то она. А вот. И я так предполагаю, что, скорее всего, она мне... предложит сыграть за мафа.
Не знаю, почему у меня такая версия, но мне кажется, что данный игрок ко мне, друзья, добавился не просто так. Поэтому мне кажется, что хочется ей поиграть все-таки за мапу. Как вы думаете? Напишите в комментариях, согласится ли она после этой катки, после этой катки, удачной или неудачной за маньяка, кинуть приглас. Только поставьте видео на паузу и не хитрите, не смотрите это. Вот поставьте сейчас видео на паузу, ткните две палки, а потом напишите в комментариях, сможет ли она мне кинуть клич, чтобы я с ней поиграл в мафию. Точнее, за мафию. В мафию-то мы и так с ней играли недавно. Вот. Написали? Продолжай говорить. В общем, конечно же, первая каточка за маньяка оказалась неудачной, потому что, ясное дело, я сказал свою роль. И это, конечно же, мафиози просто-напросто повело в... повергло в некий шок, потому что, ясное дело, если бы я сказал, что я маньяк, они бы меня, конечно же, не убили. Надо было признаваться. Вообще, конечно, для маньяка это сложно сделать, потому что, во-первых, за... мне кажется, за МСР бы лучше сыграть, однако за МСР я играть не умею. Я не умею крыться под него, потому что, во-первых, МСР может в любой момент скрываться той ролью, которой он играет в настоящий момент. И для меня, как для человека, который, как говорится, сидит, у которого персонаж сидит, допустим, в шкуре шерифа или в шкуре путаны, это, конечно же, очень плохо и очень вредит. Да ладно, 5 игроков, какой пипец. Слушайте, а давайте прикинемся. Я скажу, что я МБР. Всем привет, я МБР. Вот эта комната большая. Вот это да! Ничего себе! Эй, вот это да! Вот это комната! Так, первый мир, первого не трогать. Это комната, да. Ой, как тут играть, скажите, пожалуйста? Двойку про. Нет, нет. Я МБР. Ты чё, братан? Сейчас три. Вот, правильно. У меня три роль на стол. Чё провоцируешь-то? О, первый уже мне обозначил. Вот козёл, а. Блин, потом первого ткну, а первого-то не трогать. Ты первый сказал зря, первый за 5 зря сказал, нас пытаются разделить потом. Ну, конечно, сейчас меня первый уже кону, меня сольют, да? Ну неужели, ну ребятки, ну 4-5 не подведите, пожалуйста. Только не в меня 5, нет, ты скотина! 5 скотина, ты просто мразота, ну как ты так посмел, а? Так плюнул меня, а? Вот так ты в меня плюнул, конечно, жестко. Ай. Да. Сейчас в тройку пятерка сказал. Сейчас в тройку, а кокнул меня. Где логика? У пятерки отсутствует логика. Победу мирным не давайте, мам. Воруй у них победу, пожалуйста. Своруй у них победу. И пусть больше они не будут вот так вот себя вести. Ну гад так себя повели, а? Ну это что такое? Это ж надо так себя повести. Ну просто жопа. Ну просто жопа, ребятки. Ну это вообще. Ой, да. Классно, блин. А первый нахрена меня заварил, такой думает, блин, лучше бы маньяк с нами остался. Я же ничего такого плохого не сказал. А он сразу двойку, а? Ну ты... кто-то сказал даже шизан. Тройка мне сказал, что я шизан. Вот. Вот козёл.
Не надо, пох меня, не надо. Один ПС. Зачем пятерка первому ПС? Объясни, пожалуйста. Ты оклеветал, раз. А мафу не осталось сделать, кроме как же застрелить первого. Да. Классная игра, конечно. Ну ладно. Попробуем еще две карточки сыграть в 12-20. Там нужно подождать, конечно же, посложнее. Я поверил короне. 4 кажется лукает, я хз чес. Да ладно. Да ладно. Слушайте, кто-то поверит короне? Я, честно, в это не верю, конечно же. Вот я не верю короне, вот честно. Я считаю, что дратстройка спровоцировал меня на то, чтобы меня убили. Ну, естественно, конечно же, ну, это просто жесть. Это же жопа. Это просто задница. Такая глубокая задница. Это просто вообще. Ай. Опа. Давайте смотреть. Это мафия. Ну, это, блин, было логично. Но хотя бы... Я могу с ним поиграть. Эх. Не судьба. На ПХ 5. Молодец, мушкетер. Вас с победой. Миры. Ну, видосики, я даже не знаю, как сказать. Ну, наверное... Ну, они уже все ушли, поэтому, я думаю, тоже можно уходить. Опять минус 2, да что ж такое-то? Как всегда не везет, ну вот как всегда не везет. Ладно, давайте будем добиваться до конца. Теперь давайте подождем. Подождем несколько секунд. А я пока поставлю видео на паузу. А вы ждите. Наливайте себе чай, делайте бутерброд и смотрите Мафию онлайн. Прямо сейчас. Ну что же, ребятки, игра началась. А теперь давайте смотреть, что же будет у нас потом. Пятерка что-то мне не доверяет, он меня почему-то не... Ага. Ну какой... А пятерка-то настырный у нас парень, оказывается. Ну ладно. 2, 3, 5. Пока не буду вас обозначать рядом. Хотя, слушайте. Давайте обозначим пока что фиолетово. 6 МБР фиолетовый. Так, всем привет, я Мир. Мир это не аргумент, либо МБР, либо МСР. Потому что Мир это, как говорится, фишка для мафов. Здорово, пацаны. Я МБР. Хорошо. 9 МСР, желтый цвет, это нужно несколько раз обозначить. Естественно, девятку мы красим. Я док, Нина Мин, окей, хорошо, Нина Мин, здорово. 11 МБР, хорошо, естественно, фиолетовый. 4-7 роли не говоря, а нет, 4-7, а вот 4. Я сейчас 12 не скажу, что роль, то 4-12 потребуем сказать роль. Я мирный на балансе, могу решать судьбы людей, у меня есть власть, а вы лохи. 4 роль. 7. Ты МБР или МСР? Нифига, 9 красава. Так, я верю доку, но он туповат. 10 я док. Нет. Хорошая шутка. Мир. Спасибо. Я МБР. Так. Семерка МБР. Хорошо. Либо 19, либо 18. Точно не помню.
Так, 12-й какой-то могу решать судьбу, у меня власть, а вы лохи. 12. Не Оскор. Ой. В смысле? Слово оскорбляет, он посчитал зацензуренным словом? И? У меня мана мирная от вечной. И что? И ты считаешь, что я из-за этого маньяк? Двойка, ты дебил? Извини меня за выражение. Так. Смотрите-ка, 2-3 пока голосовали против... пока голоснули в себя. Что скажет на это четверка? Интересно мне знать. Так, четверка тоже в себя. Наверное, слушайте, мне кажется, что... А, не, пятерка в четверку. Потом 12 в четверку, 4... Пока что 4-12 у нас лидирует по голосам. Ну, 12 ты сказал, конечно, хрень полную. Хрень полную он сказал, конечно. Что он, а вы лохи. Но это оскорбление. Это прямое оскорбление, как говорится. Что мы лохи. В плане чего мы лохи? Ну, то, что ты можешь играть классно, а мы нет? Навряд ли. У каждого из нас своя тактика. Мирный, но все равно глуповатый ход, братан. Глуповатый ход, и ты еще считаешь, что ты у нас самый лучший, самый такой классный, и ты можешь имеешь право на оскорбление. Ну как-то, ну такое, хочу сказать. Так, ну-ка, посмотрим, кого же сейчас обчистит вор. А вор обчистил тройку. Угу. Смотрите. Что у нас сейчас происходит? 4 и 12 были одинаково на балансе, поэтому я думаю, что все-таки неприязнь четверки сильно возросла, он не хотел говорить свою роль, поэтому я считаю, что четверка маф. Поэтому мы его и сейчас кокаем. Давайте смотреть дальше. Что касается дальнейших, кто там у нас говорил полную лабутень? Так, десятка говорил, что у него у тебя выше 50 ранга, непонятно ни хрена. Девятка сказал, что у него 19 ранг. Или 18, не помнят. А, понятно. Ну, смотрите. Здесь конкретики, конечно, никакой нет. Умирает четверка. Давайте смотреть, кто это перед нами. Это мафия. Но это очевидно. Это логично, потому что, ясное дело, тут... Это было очевидно. 4 маф. Это было очевидно, что 4 маф. Шер, тебе слово. Ну, ага, мал и вор, красавы. Сейчас 3, ибо со стороны мафии убийства не было. 3 на выход, следующая шестерка. Ага. Ну, смотрите, давайте думать дальше. Ну, двойка нормальный игрок, поэтому я, конечно же, крашу его в желтый цвет. 5 тоже нормальный, пиво в крашу в желтый цвет. Тройка, естественно, окей. Смотрите, вот семерка тоже мне казалась каким-то слегка ненапыщенным идиотом, поэтому мне кажется, что же семерка здесь не чист. Поэтому, хотя, смотри, пятерка сказала на следующей шестерка, хотя... 10 забей в гугле, значение слова сарказм. Потом Арина меня тут, молокососик мелкий, если я не мав, ты получишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какое оскорбление. Ой-ой-ой-ой-ой. 9, ты вор. Так, семерка тоже не чист. Смотрите, вот мне кажется, что из восьмерки 11, смотрите. Я думаю, что либо. А все-таки никто не знает, что я маньяк. Интересно. Ну, раз тройку кокаем, значит, тройку убираем. Окей. Интересно. И чё, кого дальше? Шер, ты пробка, или будешь мне помогать, или мафов искать, или мне самому пробивать? Ман топ вор колей 2. Ибо я еще поскрываюсь, док лек не меня, позже, да-да-да, я Шер, я все равно скрылся. Угу. Шер. Так скажи, кого проверял? Так скажи, ПЖ, кого проверял?
Нахрен кота тянуть за одно место. А, четверку. Хорошо. Принято. Хорошо. Девятка Шер, получается, да? 9, я не извиняюсь, но почему меня? Ну, как-то странно. Тоже. Двойка не мав. Потому что... Мне кажется, двойка не мав. Двойка не мав. Кого клеить? Семерку. А 6 и 7 нечисты. Кажутся подозрительными. Вот так вот. Отдам победу, если ман завалит всех магов. Да ладно, серьезно? Ну-ну, хорошо. Пока что сейчас убиваем тройку. А раз кого заклеили, значит клеим... Мы убираем того, кто у нас плохой товарищ. Ну, слушайте, пятерку с Насте, пусть вор заклеит, мне пофигу. Окей. Отдам победу, если ман завалит всех магов. Хорошо, не вопрос. Если это окажется правдой, то... Я, наверное, буду вынужден признаться, что я маньяк. Хотя, блин, слушайте... Мне так кажется, что 6 и 7 просто-напросто не такие нормальные игроки, хочу сказать. 3? Мав. Естественно. Так что 4 просто-напросто, ну, туговатый игрок, согласитесь, да? Тройка туговатый. Вот, четверка туговатый. Но ясное дело, 4, 5, 6 были против него. Четверка кокнул себя. Но сейчас, мне кажется, что сейчас он, вор, заклеит семерку. Или шестерку, да. Вор заклеил семерку, и мне не остается делать, кроме как заклеить, убить шестерку. А знаете почему? А потому что он кажется нечистым, ибо он, по-моему, голосовал как раз не против четверки, а против 12. Ибо так делают настоящие мафиози. Ну, ясное дело, 6 и 7 сейчас показывают себя во всей красе. А семерка... Так, смотрите, если сейчас семерка убивается... А шестерку... Да, умер шестерка, неужели мав? Неужели мав? Да. Шестерка мав. Нифига себе. Чё-то мафы легкими оказались. И легко полились. Вот так вот. Ну, слушайте. Мне не остается, кроме как сказать, что вроде всех мав мы убили. Но, слушайте, потом кто-то спросит. Личная катка, говорит пятерка. 5 и не поспоришь. Ман топ, готов даже победу отдать. Да ладно! Ничего себе! Класс! Мантоп! Готов даже победу отдать! 8 от души, ты серьезно? Копите карму, потом на шире доки! Ман, спасибо, лучший! 8 и 10. Огромное вам спасибо! Огромное вам спасибо. Ну, если готов победу отдать... Шер, какой ты догадливый. По-любому не веришь, да? 5 ман или 10? 2. Нет. Не угадал. Ман здесь я. Да ладно. Ты ман? Ни хрена себе. А ты такие подумают. Чё, серьезно? Единичка ман? И не скажешь. А он, оказывается, а вор кто? А, кажется, 10. 9 и 10 первоначально вскрылись МСРами. Вот так вот. 10. А, 10 док. А, 10 док. Ну, получается, если 2, а потом, а 8 потом сказал, что... А, ну, все правильно, все правильно.
Так, чё двойка мне сказал, чё двойка мне тут эти действия, тут, блин, кажется, происходит, чё-то странно. Даже если меня заклеют, не страшно, не страшно, меня победа не жалко совсем. Главное, чтобы они радовались, вот главное, чтобы они радовались. Здесь просто-напросто, ну, попались добряки. На самом деле здесь попались добряки, поэтому, как говорится, тут уж крыть против себя ничего не надо, и быть крысой тут, как говорится, тоже быть крысой не нужно. Но, смотрите, велика вероятность того, что меня могут завалить. Хотя, слушайте, если вор сказал победы, но она не жалко, и он меня не обманул? Не обманул. А, он себя, похоже, заклеил. Хотя нет. Да, он себя заклеил. А, ну да, он меня не обманул. Он меня не обманул, но, ребятки, спасибо большое, конечно. Я сейчас прям расплачусь от такого, серьезно. Я сейчас прям расплачусь, потому что реально мафы просто палевные, ребят. Ну, я просто плачу, серьезно. От такого сюрприза, и потом мне сказали, что я ман. Ну, блин, это я считаю просто класс. Ну, блин, прости, двойка, но ты, к сожалению, приголосовал против меня. Ребятки, вы молодцы. Реально. Похоже, это на моей памяти самое лучшее Dream Team. Первый или одиннадцатый? 5, ты серьезно? Неужели ты считаешь, что сейчас просто 9 чист смысл от меня, и я по сути сейчас МБР, братан. Девятка, ты чист. Ну-ну, пидетка чист, окей. Нет, раз вор сказал, что победу мне отдаст, значит, я думаю, что он мне поверит. И он мне поверит. Первый или одиннадцатый? Ну, пятерка, наверное, шутит. Он, наверное, шутит и думает, что, блин, надо все-таки, да, отдать все-таки победу маньяку, потому что маньяк действительно самый лучший. Кто ман, как думаете? Ну, слушайте, десятка. А как ты думаешь сам? Вот так вот зададим вопрос. Вопрос переспрос. А как сам думает десятка? Ну, слушайте. Десятка, я МБР, если чё? Одиннадцатый. Я тоже. Ну, слушайте, раз вор сказал, что пообещает мне победу, значит, получается, я тоже. 1-10 баликом сейчас. Пятерка, чё-то сейчас докритится, чтоб быстрей. 5, да ладно тебе. Думаю, 5. Смотрите, кроме вора, сейчас самый дорогой в нашей катке это ман. У пятерки шляпа, значит, он не бедный. Соответственно, 5 ман. Magic. 9. Какой ты Ватсон? Какой ты Ватсон? 5, не офигел ли? Может, тебя баланс? Да ладно! Может, всех... Давайте, может, всех сейчас баланс просто каждый по единице себе поставит такой. Кыц-кыц-кыц. Давайте всех по единичке так вот. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да, ребятки. Ну, слушайте, от души, ребят. Я действительно просто счастлив сейчас на данную секунду. Несмотря на то, что я сейчас испытываю счастье, полные штаны. Даже если я не убью, это не страшно. Это не главное. Главное, что вы, ребятки, молодцы. Вы старательные парни. Вы действительно показали себя с наилучшей стороны. И несмотря на то, что даже я могу проиграть, это будет не обидно. Потому что все ради вас и, естественно, для того, чтобы вы, конечно же, были молодцами, были умничками и все такое. В общем, вы ребятки, молодцы. А сейчас, Шер, прости, пожалуйста, но я вынужден тебя кокнуть. Если тебя, конечно, док не успел заклеить. Это будет сейчас, конечно, просто ибище, если сейчас просто Шер не будет пробит маньяком. И это будет просто сейчас плачевная ситуация. А нет, этой ночью умер игрок под номером 9. Так что, Шер, ты меня извини. Ты был лучшим.
Шер, прости. Так. 11-го гасим. Ман, тебе победа нужна? Ну да. Ну да. Победа нужна. Ман, тебе победа нужна? Ну да, победа нужна. Мне надо... ранг повышать. Кто ман? О май гад, убить девятку. Кто ман? Ман не мог убить, о май гад, убить девятку. Ну и цирк, ребята, блин. У тебя сейчас три цвета? Ребятки, у тебя сейчас три цвета? В смысле? В смысле? Карма есть? Кармы нет, так как ранг не третьего левела. Даже если он меня убьет, не страшно. Не страшно. Для победы это, может быть, даже, кстати, было бы неплохо. Тогда не дам победу. Ах ты! Ах ты! Ты какой подлец! Ничего себе! Ну-ка, гасите вора! Меня убили. Ну да ладно, ну хорошо. Эх, надо было соврать. Ну да ладно. Ничего. Ничего, победа мирных, ничего страшного. Надеюсь, мои подписчики от такого цирка, от такого цирка поржут. Да, я посмеялся. Спасибо за веселье. Ай, вы видосики. Все равно молодцы, братья миряне. Вы видосики, канал Жоси Тристан. Можете подписываться. Я всех приму, ссылку кинешь. Разумеется, Эрманио, ну конечно. Ну как же тебя не добавить? Ну как тебя... Как такого хорошего вора, а потом в конце совершил подлянку? Ну это не страшно, я даже не обижаюсь. Я даже не обижаюсь, потому что, ну... Просто классно. Смотри, я десятку 8 не могли, потому что 11 был заклеен, остается единичка. Надо было вора, я бы с ним пошел. Эх, жаль. Жаль. Ну да ладно. Ничего страшного. Ничего страшного, вы все равно молодцы. Классно сыграли. Даже не обидно, ребят, проиграть таким красавцам. Серьезно. Тогда не дам, вы все равно... Ах, надо было собрать. Ну ладно. В общем, да. Молодцы, ребятки. Спасибо всем большое за то, что вы были свидетелями этакого просто самого настоящего цирка. Это было очень смешно, это было очень забавно, это было круто, это было весело. Всем большое спасибо. Вот такая вот замечательная каточка за маньяка. И не страшно даже, что в третьей катке я почти урвал победу, и так вот просто честность меня погубила. Ну, не страшно. Ничего страшного, тем не менее, я готов довольствоваться этой каткой, потому что вот так завалить хорошо, так постараться классно сыграть, ну не страшно. Хорошо. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях, обзор на какие игры хотели бы меня увидеть. Всем большое спасибо, будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте, всего доброго, увидимся. Это была катка за маньяка в трех играх. 2, 5 на 11, а вторая 12-2, а третья 12-20. Всем большое спасибо, всего доброго, до встречи, всем пока.